Когда садишься рядом с этим человеком, остается пристегнуть ремни и расслабиться. Потому что с Давидом Чаквитадзе меньше, чем 200 км в час машина не ездит. Не нарушаем, по правилам езди, вот посмотри. Когда я был молодой, еще может быть, да, когда кто-то в машине сидел, испытывал перегрузку. Ну а сейчас я женился, ребенка жду, поэтому живу спокойной жизнью. Вот какой-то час назад заставил перегрузиться не один десяток своих соперников. Порох еще есть, порохавница, как говорится. Провели мастер-класс с двукратным олимпийским чемпионом Романом Ласовым. Конечно, да, я еще тренируюсь и всегда в форме, потому что, как мы прекрасно знаем, когда спортсмены завязывают со спортом, потом бывают проблемы с весом. Езда на Тесла, она с борьбой против какого соперника сравнима? Против меня. Но у меня очень много электричества.